Такими спецэффектами может похвастать не каждый блокбастер. Трехмерное изображение демонстрирует реальные условия работы горняков под землей, вплоть до чрезвычайных ситуаций. Ситуаций, когда все будет решать уровень знаний и скорость реакции. Именно здесь будущие шахтеры станут настоящими профессионалами. Учебная шахта выглядит как настоящая. Даже уровень влажности и соответствующая температура как будто переносят тебя на несколько сотен метров под землю. На самом деле это всего лишь один из этажей уникального семиэтажного центра. Здесь также находится новейшее медицинское оборудование, учебные аудитории, компьютерные классы и конференц-залы. Все это поможет максимально подготовить горняков к правильным действиям в случае нештатной ситуации под землей. Александр Син – один из идеологов амбициозного проекта. Он сам много лет проработал на горнодобывающих предприятиях Кузбасса и неоднократно участвовал в ликвидации аварий. Объект очень уникальный. Нам не у кого было подсмотреть, не у кого скопировать. Поэтому здесь каждая деталь прорабатывалась в голове наших специалистов. Знаете, то есть предусмотрено по максимуму все, что мы, так сказать, как бы самые интересные, самые такие моменты с разных стран набрали и как бы сделали здесь такой вот комплекс. Он аналогов-то в мире нет. Появление масштабного комплекса на территории Кемеровской области вполне закономерно. Более половины всего российского угля добывается в Кузбассе. Помимо всего прочего, на базе центра создан отряд быстрого реагирования. 120 человек, включая командный состав и вертолетная площадка для оперативного вылета сотрудников ВГСЧ на место аварии. Проще говоря, любая чрезвычайная ситуация будет отслеживаться на месте в режиме онлайн. Затем на примере реальных ситуаций будут оттачивать свое мастерство руководители и другие специалисты горнодобывающих предприятий. Мы планируем, что все потенциальные шахтеры Российской Федерации будут проходить сначала через сито вот этого центра. Мы будем понимать, и самое главное, человек для себя психологически будет понимать, готов он идти под землю, готов он идти в шахту. И после этого он уже заключает с работодателем контракт и идет работать в шахту, уже конкретно обученный, конкретно понимающий, куда он идет. А не как сейчас, сначала идет в шахту, а потом начинает понимать, для него это работа или не для него работа. Первые группы начнут посещать занятия уже 15 сентября. Но окончательное открытие Национального центра подготовки горняков запланировано на конец следующего года. Когда комплекс заработает полностью, обучаться здесь смогут более 10 тысяч человек ежегодно. Планируется, что в будущем похожие центры появятся на Дальнем Востоке и в центральной части страны. Но они будут ориентироваться уже на опыт учебно-тренировочного комплекса в Новокузнецке. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города.